В детской городской больнице работают врачи из Тулы. В рамках благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребенка» специалисты из Института клинической реабилитологии оказывают помощь детям, страдающим ДЦП. И это далеко не первый визит врачей в Мурманск. Мурманская детская клиническая больница снова принимает специалистов из Тулы. Методика, разработанная тульскими врачами Института клинической реабилитологии, направлена на лечение пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата и дает шанс значительно улучшить их состояние. Особенность нашей технологии такова, что позволяет нам оперировать детей без разрезов кожи, мягких тканей, вот, не применяя гипсовые мобилизации, ну, практически не применяя, в редких случаях приходится. Вот. Поэтому дети в ранние сроки, в домашних условиях, они быстрее восстанавливаются. Тульскими специалистами уже оказана помощь более чем 100 северянам. После прошлых визитов бригады врачей многие дети стали ходить. Кто-то с посторонней помощью, а кто-то самостоятельно. Родители маленьких пациентов очень довольны результатами проделанной работы врачей. Ребенок инвалид с детства, оперировались в Туле неоднократно, 4 раза ездили. Ну, сейчас приехали врачи, и мы решили сюда на операцию. Улучшения, конечно, есть. Все понравилось, все нравится. Дай бог врачам здоровья крепко. Благотворительная акция «Помоги спасти жизнь ребенка» успешно работает в Мурманске с 2012 года. В ней принимают участие предприятия организации области, а также все неравнодушные жители города. Основная цель проекта – помочь детям, лечение которых требует больших финансовых затрат. В боксы в форме сердец, расположенные в предприятиях, учреждениях и торговых точках, люди жертвуют свои средства. За 5 лет мы собрали 13 миллионов рублей. И, конечно, вот сегодня, побывав на месте, вот в этой больнице детской, мы увидели этих детей, увидели родителей. Действительно, помощь оказывается великая, потому что мы говорим всегда, самое главное – это здоровье человека. Но когда болеет твой ребенок, это, конечно, страшно. На базе Мурманской детской клинической больницы тульские специалисты проконсультировали маленьких пациентов и уже приступили к операциям, которых ждут 26 юных мурманчан. Юлия Копанева, Евгений Бугрецов, Арктик ТВ.